Владимир Маркушевский внес большой личный вклад в развитие деревообрабатывающей промышленности страны. Свою жизнь с отраслью он связал в 97-м. Молодым специалистом после технологического университета пришел на открытое акционерное общество «Слоним мебель». Там вырос от мастера отделочного участка до директора. Кроме того, отвечал за экономику предприятия и 7 лет возглавлял наблюдательный совет. 30 марта 2020 года возглавил Пинскдрев Бобруйск. Благодаря их поддержке, скажем так, этот город, быстро стал, скажем так, своим. Поэтому здесь отлично, замечательные люди. Хотя, еще раз скажу, здесь очень непросто стать своим. Поэтому я еще с улыбкой говорю, я не бобруйчанин, я еще только учусь. Награда – очень значимое событие для предприятия. Высокая оценка со стороны руководства страны в очередной раз подтверждает безупречное качество продукции. А также обширные знания, опыт, компетентное ведение бизнеса и другие лидерские качества его руководителя. За 3,5 года освоили более 5 миллионов евро инвестиций. Они показали, что мы на правильном направлении. Мы поставили цель, задачу поставить станки с числовым программным управлением, полнопоточные линии, которая позволила в десятки раз увеличить производительность. Значительно увеличили не только объем производства, но и мы сделали громадную широкую линейку по ассортименту, что сейчас нам позволяет уверенно себя чувствовать на рынке. В этом году Пинскдрев Бобруйск готовится отметить свой вековой юбилей. Несмотря на внушительный возраст, используются самые современные технологии и передовые методы организации производства, а выпускаемая продукция на уровне мировых брендов. Раньше было совсем по-другому, тяжелее было, таких станков не было. Сейчас легче работать. Молодым более, наверное, легче дается в молодом возрасте. Ну, все равно можно освоить. От эконома до премиум. Благодаря стабильной и слаженной работе коллектива ассортимент продукции постоянно расширяется. Неизменным остается одно – качество. Работаем с массивом. Дуб, сосна, береза. В основном хвоя. Работать учим всех, кто бы ни пришел. Неважно, практика, отработка. Показываем оборудование, рассказываем, что, как, зачем. Чтобы люди знали, с чем будут иметь дело. Все в пределах человеческих сил. Во главе угла – люди. На предприятии предусмотрены социальные выплаты. Здесь дорожат рабочим местом. Через одного – трудовая династия. Мы производим продукцию для разных сегментов рынка. У нас есть эконом, есть средний плюс. Благодаря нашей сетке продаж, которая включает только на территории Республики Беларусь более 150 магазинов холдинговой компании «Пинскдрев», позволяет нам твердо смотреть в будущее. Даже в это непростое время мы имеем портфель заказов на 3 месяца вперед. У стабильного коллектива, который возглавляет компетентный руководитель и умелый организатор, обладающий глубокими профессиональными знаниями и большим опытом работы, успешное будущее. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360.